Здравствуйте, это канал Максиманцы, и это снова модный летсплей Майнкрафт. Я тут, короче, полетел на юг от своего дома продолжать искать джунгли и наткнулся на деревню из деревни из акации у нас тут. И зеленый житель тут есть. Хотелось бы заполучить душу его. Потому что это редкий житель. Блин, тут реально и деревни из акации, это прикольно. Так, предлагаешь поспать, говоришь? Да, предлагаю в одном поспать. Из домиков. Так, сейчас я тогда еще придумал, куда сундук с мусором поставить. Пробовали, кстати, какой-то способ Location Jungle попробовать так найти, но... Пишет, не удалось найти страницу джангл. Скорее всего, я как-то не так вожу. Давай, спи, пожалуйста. А сейчас я в дом пойду. Давай, спи. Давай. Я бегу домой, я двери себе. А еще надо книжки пособирать. И зачарование надо сделать. Зачем надо будет по данжам пробежаться, чтобы... Данжи в джунглях есть, но я до джунглей так и не добрался до сих пор. Давай, надо спи. Будет еще спи, это... где ты? Сейчас спать буду, погоди. Уже сплю. Наконец-то. Так, и вот нам надо будет потом книг с зачарованиями насобирать, чтобы можно было что-то чарить. Скелет гремит костями где-то возле моего дома. И возле меня тоже. Короче, ну их нафиг не нужны, не эти гарандулы или пузырьки, или что это такое вообще. Блин, тут все, короче, вся деревня, все дома из акации сделаны, из акационных досок. Акациевых. Акациевых, извиняюсь. Ты что, покинул игру? А, классно, вылет. Обожаю. Майнкрафт полностью выключился, что ли? Нет, вылет с мира. Сейчас обратно подключусь. Ладно, продолжаем поиски джунглей. Опять пустыня, может быть, будет песчаный храм здесь. О, вот, вот я нашел того, о котором я говорил, я нашел кадавра. Кадавра пустынного зомби. Который в версии для PlayStation 4 писался как очистки. Какие очистки, я вообще фиг его знаю. Пока мне подходит крипер, мне надо улететь до того, как он доберется до меня. Так, у меня просто пока еще мир пока не прогрузился. Ну вот. Так, я пока и походить никуда не могу. Я нашел храм песчаный. Так, сейчас ждем, пока мир прогружается. Сейчас пока мир прогружается, ждем. Ждем прогрузку мира. Я нашел песчаный храм. Не трогать ждем плиту. Не вздумай нажимать на плиту. Сам себе говорю. Весь динамит удален. Ты опять вылетел? Алло. Попробую перезайти. Оба, краш. Опять. Ну вот. О, пороха еще сколько. Раз. Да ну. Ты когда лут домой принесешь? Объясни мне, пожалуйста. Кого домой принесу? Лут, который ты весь там накопал. Ну вот, надо будет... О, золотишко. Бронзовые поножи тут есть. Обалдеть. Пригодится. У меня как раз нету поножи. Порох и песка много. Нужен ли тебе еще песок? Мне нужен песок всегда. Ну все, больше тебе ничего больше... здесь нет. Так, ждем... Загрузка мира. Давай, загружайся, мир. О, ура, вот теперь все загрузилось великолепно. Только прикол. Так, я попробую перезайти на мир, потому что что-то чанг у меня один только сейчас прогрузился.
Да что же такое? Что у тебя за проблемы? Ой, опять еще одна деревья из деревни из акации. Или это та же? Нет, это вроде не та же. А, нет, это та же. Это та же деревня. Да это та же. А все потому, что я полетел не в ту сторону. Опять не в ту сторону полетел. Я полетел на обратный, в обратную сторону, оказывается. Да, с такими темпами никогда, блин, не найду я джунгли. Это уже какая серия? Третья, я... когда ты пытаешься найти джунгли? Я не помню, какая это уже серия. Очень много серий. А, джунгли с третьей, наверное. Как медленно грузится. Так. Так. Что за прикол опять? Боже. Давай предлагаю ставить запись на паузу и перезаходить на мир. А ты игру саму перезапускал? Ты игру перезапускал? Нет. Перезапусти игру. Нет. О, тогда ставь на паузу, это долго займет. Да, да ладно, я все равно. Да ладно, перезаходи, я все равно. Тебя все равно нету рядом со мной сейчас. Ну. Сейчас я пока запускаю мир. Я нашел еще один песчаный храм. Зачарованные две книжки тут есть. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну чё, сейчас будем запускаться. Сейчас. Так, эти вафли, да ну светлячков этих. Еще две книги. А у меня места в инвентаре не хватит уже. Ты отошел что ли куда-то? Ну я отходил немножко. Изумруд, ты что там жрёшь? Ты что там жрёшь уже, а? Ты офигел, что ли? Ты офигел, что ли? Ты что, быкуешь? Что, быкуешь? Ты баканул, мне показалось. Интересно, сколько мне сейчас загрузка займет? А ты пока ищи джунгли. Я пытаюсь. Кстати, я почему-то помню, что мы, да, где-то были, мы по ним даже, по-моему, бегали. Да. Что-то пытались найти даже. Ну, немного совсем, но я помню, я их видел. Еще одна деревня. Сколько я уже деревни нашел, а? Прикинь, это опять одна и та же вот. Нет, нет, это другая деревня, это песчаная деревня. Не, картошка. Сколько картошки сейчас у меня будет уже, я сам не знаю. Блин, это не тот домик. Книжки надо собирать. Для стола зачарований. Ну, как, вернее, для книжных полок, которые нужны будут к нему. Ну и для стола зачарований эта книжка тоже, по-моему, нужна. Для зачарования еще надо пару алмазиков. Ой! Что там? Я нашел в деревне три алмаза. Иди-ка по обсидиан, делаем пол зачарований. Подожди, я постараюсь еще джунгли поискать. Блин, а я не помню, там были кузнечные в деревне из акациевых досок или не было, я что-то не проверил. Вдруг там тоже что полезное было. Ладно, если я, короче, тут наткнусь на это, что там вода опять будет, типа конец карты, считай, то пошло оно нафиг, я возвращаюсь домой. Джунгли, сколько можно уже искать, а? Зимний биом нашел и довольно быстро нашел, а с этим что-то... Еще один биом с красным песком. Сколько же их тут еще, а?
Опять деревня? Да что ж такое, а сколько уже деревней? Только картошки, Я бы на что-то твоем я... бы Не... месте А, вот очаровался. картошка. Картошка, 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 картошка. Картошку собираем обязательно. И морковку тоже было бы неплохо. Я, конечно, ни на что не намекаю, но, по-моему, это в душе белорус. Какой белорус? Ну, белорусы же любят картошку, по-моему. А, бульба, картошка, бульбочка. У нас. В конце. Так, здесь у нас саванна. А где джунгли-то, долбанный свет, а? И еще одна деревня. Ну что же ты с ним будешь делать, а? Я уже больше стака, наверное, картошки. Ну, да, уже больше стака, действительно. Тащи домой. Уже в инвентарь не влезает. Блин, напомни, точнее помнишь, мы играли когда-то с модом, который расширяет инвентарь. Это на рюкзаки, что ли? Ну, типа, по-моему, да. Типа Рюкзаки рюкзаков каких-то. надо было нам мод такой поставить. Один рюкзак это Надо целый было. инвентарь дополнительный. Или не пол... А, вроде половина, по-моему, не? Нет, по-моему, целый инвентарь. О, наконец-то. Не дай бог, у тебя сейчас опять не прогрузится. Ура! Отлично. Это великолепно. Джунгли я так и не нашел. Я опять нашел конец карты. Куда-то пытаюсь лететь. В надежде найти землю. Джунгли мы где-то встречали На. реально. Но Я я же не хотел могу их. погуглить. Я же хотел погуглить. О, ты вход сделал, прикольно. Погуглить быстрый поиск, что ли? Или что? Так, погоди. Это что еще за бардак возле моего дома ты тут устроил? Это стоят эти, откуда я буду сейчас все таскать? Почему возле моего дома надо было это все ставить, а? А потому что у меня некуда больше пока ставить это. У тебя свой дом и есть. Так. Хлам я пока сюда временно буду складывать. Так. Котел. Надо всю добычу в сундук. Внимание, вопрос. Блин, еще большую часть инвентаря потерял. Так, сундук заканчивается золотой, надо новый делать будет скоро. У тебя не найдется случайно этих, как они? Кого? Факелов где-нибудь стак или полстака. Нет, нет, нет. Сожалею. Вот у меня стак картошки, который я сейчас буду жарить. Мощно. Так. Лут с мобов. Значит, пока что. Это сюда, это сюда. О, блин. Книжки сделать надо. Полки. Ох, сколько сейчас сюда хлама полетит. Так, что у нас еще?
Факелон куда деть? Не знаю, сделай из него факел. Факелон? Да. Так. Не, значит, я по 14 не получится, ладно. Это в хлам, это в хлам. Это в хлам. Это сюда. Это сюда. А, не, все, места не хватает больше. 10 книжных полок, надо еще дерево взять. Ну-ка. Это сюда. По 4. Так. Отлично. Не уверен, правда, что этого хватит на зачаровальню, на всю. Но надо начинать ее делать потихоньку, мне кажется. А мне вот, блин, тоже чаровальню хочется сделать себе. Кстати, ты где? Тут ты рядом сейчас, нет? Я между складом бегаю и домом, если ты мог бы понять правильно. Я сделал, короче, еще один ледяной меч для тебя. Да. Так, погоди-ка. Ну, кор... Так. Не, хотя чё, для чего там? Я использую новый, а ты возьмешь мой изношенный меч. Я топором пользуюсь. Так, так. Начнем зачарование делать. Правда, придется убрать одно окно в доме. Потому что я... Ой, иначе... прям беда-беда, потеря. Да горе и огорчение. Хорошо, что у нас еще не случилось наводнение. Придется убрать эту лестницу. Перенести в другое место. Хотя, так. Чё я парюсь-то насчет этого? Я могу же туда и сделать проход. Ага, понял, как надо. Так, это нам не надо. Вот это сюда. Тоже сюда все пока что. Так. Слушай, а светокаменную пыль можно ли отнести к кому же ее? К руде. Можно ли ее отнести? Я не понял, к чему еще раз? А светокаменную пыль можно ли отнести к руде? А, руде? Я думаю, нет. Книжек пока не хватает. Для стола зачарования надо обсидиан. Надо, я надо думаю, ты знаешь, где его взять можно? Он, по-моему, даже есть у меня где-то. А может и нет. Есть три штуки. Только если ходишь мимо дома, не подбирай ресурсы, которые валяются. Ты сам их только побыстрее забери. А то этот бардак, я даже смотреть не могу на него. Я и так, блин, бегаю туда-сюда, таскаю. Давай. А, одного блока обсидиана не хватает. Только всякой фигни у нас есть, оказывается. Сколько у тебя там руды всякой полезной, ё-моё. Чё? Сколько же у тебя там всякой руды? Какую-нибудь пещеру я направлюсь, чтобы там еще один блок обсидиана найти. Ну вот. То есть, чем заняться? Залезай ты, моё. Эндерменов хотел бы я найти. Эндермены нужны очень. Так, нет, другая пещера нужна мне. Хм.
Вопрос. Там, где... О, золото. Почему я его не собрал? Так, ладно, чарину книгу, я не знаю пока, куда ее деть. Так, вот лава, жаль, нет ведра с водой. Это просто шикарно. Это сюда. А, вот обсидиан. О, подобрал, отлично. Возвращаемся домой и делаем зачаровательный стол. А, у меня же книжек больше нет. Это облом. А у меня, по-моему, где-то были книги. Я сейчас в сундучках посмотрю, в твоих. Там еще вещи валяются, погоди, не иди туда, не иди пока что. Ну да, вот книжки. Одну возьму, тут нужна одна книжка для этого. А, можно все книжки твои взять? Если ты для меня тоже скрафтишь книжных полок, то да. Ну, просто сначала для себя. Так, нужно два алмаза, по-моему, туда. Два, да. Раз, да, так. Тык-тык. Так, зачаровальник готово. У тебя есть еда? А то у меня перс скоро помрет. Есть. Опа. Не понял. А, я же не залезу сюда. Я не... Зря я тут лестницу сделал. Я же не про... Я же туда не пролезу. Это сюда. Одного блока не хватает мне для этого. Придется тут сделать. Настолько всякого хлама здесь на самом деле есть, оказывается. Ну да. А ты сомневался? Вернее, я не сомневался. У меня паук на доме, что ли, шарится сверху? Что-то сносить, что-то по-любому надо будет выбрасывать. Так, новый сундук нужен. Сколько у меня алмазов? 5 штук. Жаль, на алмазы сундук не хватит. Так, это, по-моему, сюда. Далее. Это сюда. Так. Это сюда. По 10 не получится, да. Так. О, прикольно. Можно сделать. А, можно, хорошо. А чё горит-то? Это я летаю туда-сюда, ё-моё. А, господи, я уж думал, неужели дом горит? Я уже фиг знает, сколько летаю туда-сюда. Тебя только сейчас смутило, да? Да. Да уж. А
хотя пусть окно остается, не обязательно же, наверное, целиком покрывать книгами все это. Вообще, типа, книгами надо покрывать, чтобы уровень как-то повысить или что-то подобное. Так. Руда. Уголь, руда. Да. Кто бы сомневался. Так, я хочу попробовать использовать 5 глаз для поиска дракона уже. Попробовать. Куда они полетят? В какую сторону? Не понял. А, нет. Нет. Им, по-моему. А я что-то запустил. Я что-то запустил. Так, вообще-то надо только око края. Око края? Блин, это он дорого крафтится-то он. Вообще-то надо сходить просто в ад за палочками ефрита. А, точно, из него же делается это. Да, но эндерменов очень много нам придется убить. Да ладно. Кто-то сомневался. Они появляются редко очень. Я отправляюсь в ад за ифритными палочками. А я пока разберу оставшиеся наши вещи. Я думал, что у нас брони гораздо больше, на самом деле, честно. А у нас ее раз-два я обчелся. Классно. Из этого скелета уголь выпадает. Ну, блин, разве это дело? Из какого? Из сушителя? Из скелета. Ну, из сушителя. Ну, из скелета из сушителя. А что, нет? Из них еще головы могли бы выпадать. О. Да. Зеленый. Ой, этот какой зеленый? Розовый алмаз. Так. Больно это лучники. Сюда. Больно бьются лучники эти. Это сюда. Очень больно бьются лучники. Это сюда. И это сюда. Ифритов надо как можно больше убить. Да и все, в принципе, почти что. Из этого ифрита ничего не выпало. Одна палочка выпала. Не, я реально ожидал, что у нас больше всяких разных этих есть. Опять ничего. Брони, ай. А на деле нифига у нас и нету, оказывается. Что могу тебе сказать-то? Все. Кирдык мечу этому пришел, исцеляющему. Кончился. Я его сломал еще пару серий назад. А, да? Сколько тут пауков адских, но я не рискую подходить. Они слишком опасные какие-то. Впрочем, из них можно было бы сделать классный меч. Ай, больно. Песок душ. Было бы неплохо, кстати, вот из визор скелетов иногда выпадают головы. Ну, вообще-то да. Так, как я планирую свой дом? Я бы хотел бы чисто ради какой-то интересности и развития собрать 3 головы скелета, песка душ и призвать сушителя в аду. Попробовать а его. Разве в аду его можно призвать? Можно. Неркин, обзорщик Майнкрафта, как-то даже говорил. Вот кто призывал сушителя в аду? Прекратите врать, никто не призывал его в аду.
А вот это как раз и не так. Я призывал еще до того, как он делал этот обзор. И это правда. Я же говорю, я считаю, что в аду должен быть босс. И может быть Иссушитель это и есть босс ада, считай. Только его надо создать. Я нашел крепость, и у меня такое чувство, что это не та крепость, которая, возле которой мы спаунились. Может это другая, может тут полезные ресурсы найдутся. Не знаю. Надеюсь. Ну что, поздравь меня, я окна делаю. Отлично, покажешь потом. Это обычный скелет. У меня хоть окна в доме начинают появляться. А то дом обычно какой-то темный у меня стоял внутри весь. Ура, у нас окна появляются в доме. Ну пока только с лицевой стороны я придумал где-нибудь. Не часто выпадают палочки с ифрита. Только две палочки выпало. За все разы, которые были. Ой, еще. О, и дерево еще есть. Из огненного порошка вроде бы крафтится око эндер это. Ай, блин, нельзя находиться тут. Надо палочек и фрита, в общем, накопать просто, вот и все. Во, как-то дом даже живее начинает с окнами. Да, а ты как думал? Конечно. Конечно. Честь. Хочешь, я тебе расскажу анекдот про обезьяну? Потом. Не знаю, пойму я или нет. Мог бы и сейчас рассказать. А он матерный. Я тебе не расскажу, поэтому. А, да, не надо. Что-то я не вижу. Что-то я не вижу ока эндера в этом меню. Так, меня ты пахнул, погодите. Да. А тут должны быть все предметы-то. Где же око эндера-то? Вот. Стоп, погоди. Из огненного порошка, да. Это в этом мире или в каком? Я в аду сейчас. А то что-то какой-то призрак был. Собираю палочки. Сейчас. Я впустую один жемчуг потратил. Как же дорого. Страшно. Как же дорого эндермир искать. А потом, кстати, я хочу вот попробовать, знаешь что? А. В эндермире потом облутать эти эндергорода. Хочу облутать их. Там какие еще эндергорода? Ну, ты что, не знаешь, там есть корабли, на которых элитры есть? Нет. Ё-моё. Там башни есть с кристаллами драконовскими. Так вообще там есть еще эндергорода, так-то, если что. Ничего про это не знаю. Серьезно, ты про это ничего не знаешь? О, блин. Эндермир, он маленький же, в принципе-то. Ограниченный. Ай! Версии для PlayStation... Ой, два красных паука. Кстати, версии для PlayStation 4, старой версии, это... Короче, ад ограничен. 288 на 288 блоков. То есть сильно не разгуляешься. Адскую крепость долго искать не придется зато. Если она есть. Ну да, тоже хоть. 288 на 288 блоков. Там, то есть... Там пределы есть. Это бедроковые стены просто будут. Так, внимание, зачем, вопрос. Почему там ад урезанный? Еды нет? Надо было тебе... Еды у нас немного, нет? Надо было тебе дать немного еды, потому что у меня ее дофига. А я, кстати, сено оставил. Я, кстати, сено в сундуке у себя где-то оставил. Можешь хлеб из него сделать. Ай, больно. Опять лагать начало. Так, еда кончилась. Я же говорю, возьми мне сено и сделай хлеб. Я бы с удовольствием. Ну, так. Что-то мешает тебе, да? Да, что-то мешает. Неизведанное. Чего топливо, хотите сказать, кончилось, да?
Да и она давно уже вроде как кончилась. А нет, нифига. Я его останавливал. А, я же его остановил, чтобы заполнить точно. Так, эфритов надо дальше гасить. Точно. Воду, чтобы его накачать. Точно, вот. О, уголь, железо вижу. Это великолепно. Палки не выпали с них. Добыча ресурсов. Спавни ресурсов. Слушай, а мы здесь прям обживаемся так? А еще надо скелет. Блин, а как же здесь без лестницы где вот? Вот у меня есть лестница. Так ее красиво облагородить. Ладно, пусть эта часть дома будет пустая. Может пока бы лопнуть. Блин, я умираю. Блин. А еще я. Блин, с них и головы бы выпадали. Лучше бы. А, Last Dest не появится здесь, потому что я не в аду. Ладно, фиг с ними. Идем делать око эндера из того, что у меня есть. Опа. У меня всего 4 глаза и осталось. Нефрит тоже. Махтимазы. Ну да. Это есть чуп. Слушай, я у тебя кирпичи переложу в общий сундук, ладно? У меня место там кончилось. Почти. Нифига, у тебя почти 2 стака этих кирпичей, блин, Макс. Нет, мне надо, чтобы был день, иначе я могу упустить глаз, не увидеть нифига. Давай спать. Немедля. Сейчас. Сейчас, погоди. Погоди, давай быстрее. Так, все, я бегу домой. У меня, блин, дом весь дырявый, у меня... так, понятно. Сейчас будем попрощаться. Чем ПВЕ. Быстрее давай. Сейчас я зомби мелкого победю. Ой. Победю. 3, 2, 1. Спим. Такс. Надо еду скрафтить срочно. Сено возьми у меня. Да у меня его тоже, кстати, полно. Надо как-то это сделать. Ой. Так, в ту сторону ведет. Глаз этот. Так, следующий запускаем здесь. Блин, я 2 случайно запустил. Мощно. Они же выпадают обратно потом. А, они с какой-то вероятностью выпадают обратно. Ну вот один, ну вот упал один сейчас. Хотя первый не упал. Надо случайно 2 сразу не кинуть. Так там же один только можно кинуть, не? Я случайно в прошлый раз 2 кинул подряд. Молодец, конечно. Так. А вот сейчас не выпал. О. Есть хлебушек немножко, это уже радует меня. Ура. 3 стака хлебушка. Как хорошо-то. О, выпал. Выпал обратно, отлично. Как говорится, удачи в поисках города. Отлично, снова выпал. Только он на дереве. Как мне его достать? Надо стать вороной. Ворона. Ворона. И снова выпал, отлично. Да ты прям везучий гад, я тебе хочу сказать, Макс. И снова выпал. Да ты угораешь. Он просто с какой-то процентной вероятностью попадает. Видимо, только с большой. А вот теперь лопнул. Все. Ха-ха. Короче, ставим точку эндер. Поиск. Он... Эндер. Пу-пу-пу-пу-пу.
Что будешь типа чуть позже искать? Да, и между этим востоком и югом. У меня еще два порошка этих есть. Можно было бы еще два сделать, но для этого парочку эндерменов найти надо. Ничего, найдем. В следующей серии, я думаю. Ой, я забыл, что я не могу летать. Зачем я стал своего человека, брат, стал? Я вот окошечки ставлю. Я не понял прикола сейчас. О, хорошие окошечки. Но у меня это пока еще ни шиша, не готовы окна. Сейчас сзади буду делать окна. Ну, отлично. Скоро. Уже, тем не менее, неплохо. Особняк почти что. Это и есть особняк. Недостроенный только пока. Да он маленький вообще-то для особняка. Да нет, не, почему? Я бы не сказал, что маленький прям сильно. На особняк он еще пока не тянет. А мой? На коттедж вполне тянет. Ну, твой еще на коттедж пока только тянет тоже. Ну да. Согласен. Блин, у меня есть идея, Макс. Да ну, какая же. А, так, ладно, у меня ресурсы есть, так что я справлюсь с этим. О, я нашел эндермена одного. Убиваем без пощады, без сожаления. Без чести. Бессердечный ты человек. Бессердечный ты человек, Макс. Ну все. Пожелай мне, как говорится, опять удачи. Как ты думаешь, какая у меня опять мысль появилась? Ай! Я хочу сделать сзади два крыла. К сожалению, ничего с него не выпало. Какая досада, а? Экая неприятность меня посетила сегодня, вы представляете, друг? Да. Мне кажется, эндерменов ночью надо искать. Ну вот я тоже так думаю. Монстры-то ночью появляются. Джунгли так, Макс, и так и не нашел до сих пор. Что за неприятность? Отследишь потом за мой дом, ладно? А куда ты пойдешь? А ты посмотри за мой дом... Загляни. А, я думал, ты говоришь, последи. Я говорю, я буду здесь строить два крыла здоровенных. А зачем? Так, ладно, теперь... Хочешь его расширить, что ли? Не знаю. Да, хочу его увеличить. Не знаю, успеешь ли ты это сделать до того, как я найду дракона? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Успеешь ли ты его достроить до того, как дракон будет найден? 3, 4. Я что-то не уверен. 7, 8, 9. Ладно, предлагаю на этом закончить серию. Достаточно увлекательная серия получилась. Да. Со следующей серии мы точно займемся поисками эндермена. Спасибо за просмотр, с вас и гос, подписывайтесь на эпичные видосы, подписывайтесь на стримерский канал, влоговый канал, спасибо ВКонтакте и всем пока.